Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас на английском сервере открылся наконец-то архи, и такой же архи, какой был на русском сервере. Вот, воюют против него. Что он делает? Зональный урон, отражалка, иммунитет к забору энергии. В общем, его надо по максимуму за морозить, наложить окаменение, ну, не станется. Поэтому у нас тут будут сейчас интересные герои. Так, раз, Арктика 2. Бигфут. Так, давайте сейчас я изначально так повыставляю все. Так, тыковка. Так, у нас тыква без без чары. Все, тыква собрана. Тут, честно говоря, под разгоном они все равно сольются у вас, поэтому особо там надежды на хил даже не ставьте, потому что, ну, нету смысла. Так, тыква есть, Арктика. Давайте ей оживу поменяем. Так, чтобы максимум эффект у нас был, лучше всего ставить оракула. Вот этот талантик. Пробуем сейчас такой вариант. Минимум ремок. Так, есть. Два героя есть. Дальше. Конечно же, берем рогатку. То же самое делаем. Рогатка имеет быстрый набор энергии, поэтому ремка это чисто для PvP локации, а так вот такая вот сборочка будет вполне отлично смотреться. Так, есть панчбокса, поставили и поехали опять сливать девятые талантики. Так. Опять же, мы сейчас можем слиться сразу же на первом, либо после первой попытки. Это все рандомно, ребят. Так, доспех. Ну, пусть будет доспех, не буду. Так, два героя у нас уже есть, да? Три. Дальше огник. Четыре. Зуля. Ну, попробуем такой вариант, но толку от него тоже никакого не будет. Ремка этот. Лазули самая основная задача — заморозить. Так, 5. И кто там у нас еще? Давайте соберем. Еще Бигфута сюда надо. Я бегаю тут без укротителя. Сейчас хочу попробовать с укротителем. Ну, у меня тут 20-е прорывы. Заодно и потестируем, как с 20-ми прорывами оно все будет. Так, еще Бига поставим. Сейчас определимся, с каким талантиком. Так, есть. Есть.
есть и я. Бигфута. Можно было бы, в принципе, всеми доспех поставить, как вариант. Он все-таки отражает. Такс. Так, окей. С этим есть. Сейчас попробуем такой вариант, а потом попробуем с доспехом еще. Это на максимальный урон. Так, что я хотел еще? Бигфута. Так, отлично. Ну, поехали, потестируем такой состав. А потом поставим доспех. Посмотрим, что мы сможем набить доспехом. Так, стартуем мы вот так. Сразу же его... Ну, в принципе, тут сразу с ледях я стартанул, чтобы его максимально заморозить. И, соответственно, мои герои уже больше не... слились. Так, ну вот, максималка, как видите, без укротителя по 500 вылетает. Сейчас посмотрим, как оно будет идти у нас. Опять же, он может с одного тычка включиться, переагриться и при переходе, особенно если герои не будут включены. То есть таким вариантом есть шанс у вас набить 3 босса. Успели? Успели вроде. Ну, может сорваться. Все бывает. Это опять же не максимальный, потому что урон на Бигфуте, я не помню, там у меня стоит что, и на этом, на Капитане Рогатки то же самое. Вот сейчас сорвется 100%. Не, нормально. Но уже переагрился, развернулся немножко. Ну, есть шанс, что мы сейчас набьем 3 и выйдем в топ. Вот еще 30 секунд даже есть. Запаса, если повезет. Ничего себе. Мы прям рекорд ставим.
То есть вот таким вот образом можно убрать рогатку, можно медузу сюда поставить, еще какого-то героя. Ну, вариантов как бы очень много. Ну, я вот вам показал 3, 3 и 7. Максимум тут 2 набили. Тут вообще нужны идут. Да, люди еще не приучились бить. Такс. Но с отражалкой я не знаю, есть смысл ее, все равно у многих нет. Даже у меня там на русском сервере, на других нет. Давайте еще попробуем. Еще разок такой состав. Чтобы уже знать 100%. Да, нет. Как видите, у меня тут все собрано на максимальный этот. И нету укротителя, и без укротителя, в принципе, мы неплохо набиваем. А кого-то отсюда убрать? Я даже не знаю. Огник, в принципе, нужен, рогатка. Ну, все герои такие, знаете, с заморозками. То есть, и смотритель есть. В принципе, что еще надо? Сейчас попробуем, сможем ли мы второй раз затащить. Точно так же проверим. Но он может сорваться в любой момент. Питомцам на отхил сюда можете никого не ставить, потому что он тут не спасет. Максимум ставить тех, кто дамажит просто, то есть там огника сюда ставьте, потом этого дракончика, феникса. Всех, кто на атаку. Ну, вроде нормально идем. Может, немножко улучшим результат. Вот видите, включился, и все, и все сорвались. Вот вам результат. Первая попытка была более удачная. Отражалка по 130к. 2,1. То есть видите, 1,5 миллиона. Разница. Вот так вот. В принципе, все. Я уже попытку тратить не буду. Уже завтра вам засниму еще дополнительно. Попробую с другими вариантами. Ну, в общем, вот как-то так. Все. Пишите комменты, лайки, репостики. Все дела. Все как обычно. Всем удачи. Не забывайте за конкурс. Ссылочка в описании. Всем пока.